31 марта этого года – последний срок подачи налоговой декларации. Пенсионеры, которые получали доходы, подлежащие налогообложению, должны обратиться в любой налоговый орган, независимо от места жительства. Исключение составляют нотариусы и адвокаты. Декларацию можно предоставить лично, по почте, уполномоченным представителям физического лица на основании доверенности, законным представителям физического лица, либо через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Это очень удобно, так как не требует посещения налогового органа. Более подробно с порядком заполнения декларации и доходами, подлежащих налогообложению, можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by.